Здравствуйте, я София Абдулаева, мне 9 лет. Моего прапрадедушку звали Прохоров Николай Иванович, а мою прабабушку зовут Прохорова Нина Николаевна. Ее я называю бабушкой. Она рассказывала мне, как он прошел всю войну на Берлине и 2 раза за всю войну лежал в госпитале. Потом он вернулся домой и забрал мою бабушку из детдома, где она его очень сильно ждала. У него было много медалей, но каких я не знаю. Одна рука у него висела как плеть, а потом его полностью парализовало. Он лежал и даже не разговаривал. Моя бабушка за ним 2 года ухаживала, а потом он умер. Жалко, что не осталось от него ни одной фотографии. Я его очень сильно люблю и горжусь им, и храню свою память о нем в моем сердце. Моей бабушке летом будет 87 лет. Я ее тоже очень сильно люблю